Олесь, что сейчас чувствуешь? Наверное, радость от победы в чемпионате. Сейчас в раздевалке порадовались все дружно. Шампанское открыли. Все счастливы, все рады. Еще играть два тура, а мы уже чемпионы. Как удалось завоевать чемпионство? Ну, наверное, сплоченная команда с первого тура была у нас. Желание в каждом матче было на пределе. Поэтому, наверное, от матча к матчу прибавляли. Итог, в принципе, налицо. Когда уже почувствовали, что станет чемпионами в этом сезоне? Такого не было. Вот только сейчас, после игры. Были какие-нибудь сложные моменты по ходу сезона? Ну, они всегда возникают, наверное. Ну, сейчас, наверное, сказать не могу. Случались сложные моменты. Бывало. Ну, в принципе, я бы не сказал, что какие-то сложные моменты. Так. В принципе, все прошло гладко. Прям на одном дыхании. И... поэтому, наверное, получился у нас результат. Рад приехать в Икс. Всегда рад, конечно. Да. Проиграл здесь 3-4 года. Воспоминания только теплые, хорошие. Поэтому каждый раз приезжаю сюда, наверное, счастье прям переполняет. В «Металлург» еще сыграешь? С удовольствием, но опять же, это надо смотреть в будущее. Если в будущем команда будет профессиональной и меня сюда пригласят, я только с удовольствием. Спасибо, чемпион. Спасибо.